Ребят, привет! Особенно девчонки, потому что вам будет, наверное, интереснее всего посмотреть, что я тут буду снимать. И меня, видите, опять занесло в антикварный магазин. Сейчас, наверное, одно видео посвящу только винтажной бижутерии. Ну, какая-то даже будет антикварная, викторианского периода. Ну, в общем, смотрите, что я тут буду находить, все буду снимать. И, девчонки, понравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Так, смотрите, вот я не могу ближе поднести свою камеру, потому что это все вот в таком вот ящичке стеклянном, и все на там закрыто, для того, чтобы никто случайно не унес. Вот оно все так выглядит. Все здесь винтажка и подписано, в общем-то. Не всегда понятно, что там написано, но... Все по существу здесь. То есть ерунды здесь не винтажное какое-то вот. Просто украшений здесь нет. Все именно вот по делу. Рассмотрим, насколько мы сможем это все рассмотреть. Вот видите, вот эта вот маленькая сумочка. Почему-то на нее положили брошку сверху. Так, вот брошечки. И вот такой какой-то интересный браслет. Интересно, из чего это. Наверное, все-таки это пластик. Если можете так рассмотреть. Так, вот интересные сережечки. Видите, да, что написано там Коро? Ну, кто уже... Кто уже насмотрелся известных видео об этих брендах винтажных украшений, те уже как бы знают, о чем речь. Какие-то интересные штучечки. Я вижу. Это мольберт и серьги к нему. Серьги или клипсы. Вот брошечка. Так, а здесь просто масса всего. У меня есть слабость, это браслеты. Обожаю браслеты. Я, наверное, все-таки посмотрю какие-то поближе. Что-то сегодня с собой унесу. Такие два красивых ожерелья. Вернее, один это кулон на цепи толстой. Это так, как пикак. Как эта птица называется? Павлин. И вот рядом внутри как бы висит вот такой вот цепь-ожерелье толстенное. Все это, конечно, винтажка. Мне вот это очень понравилось. И мне очень понравилось вот особенно вот эта вот цепь ожерелья внутри. Вот я, наверное, сегодня уйду с этой цепью. Какой красивый браслет. И вот вам не очень видно его. Видите, вот на синей коробочке. Он очень красивый. Явно это именно вот такой вот сплав, который не темнеет. Мне кажется, там вот листики это или бабочки, не пойму. Листики, по-моему. И вот они все источены такими мелкими кристалликами. Так, вот браслет я точно возьму сегодня. Сейчас я пока снимаю, потом буду покупать. Масса брошечек я немножечко подержу вот так вот, чтобы вы смогли их рассмотреть. Очень красивые винтажные браслеты. Очень красивые. Вот там видны брошки. Так вот, интересные брошечки. Вон браслет такой с кемио. Вот не могу туда подобраться. Я бы, конечно, прямо камеру, прямо в лицо бы им сунула, чтобы получше все это вам показать. А вот к браслету. Вот такое вот ожерелье красивое с кемио.
Но я не знаю, это кемио из кости или это пластмасса. Очень может быть, что это из кости, поскольку это все-таки винтажка. И раньше их делали из кости, это сейчас уже приноровились делать из пластмассы. Ну, так как бы хорошо делать, чтобы выглядело как из кости или из кости. Или посмотрите, это ожерелье. Это ожерелье Коро. Какое оно красивенное. Обалдеть. И позволили близко подобраться. Гляньте, какой красивый левик. Где он? Вот он. Интересные клипсы. Такой там вижу китайский мотив. Well, she might be. Вот они сокровища. Такие браслеты интересные. С монетками. Так вот, мне еще очень нравится вот этот вот. Такая вот цепочка змеёй из кемио. Так, я сейчас вот буду задерживаться, чтобы вы посмотрели поподробнее. Еще очень интересное ожерелье. Вот такие вот штучки висят. Все, конечно, здесь немного навалено. Я нашла место, где очень красивые винтажные браслеты. Я уже не знаю точно, что именно я здесь буду брать. В общем, у меня глаза разгорелись. Видите, красивые очень, да? А вон, посмотрите, вот чуть-чуть. Ой, как плохо заметно. Видите, вот на вот такой вот черной штуке ожерелье и браслет. И они, ну как, набором продаются, мне кажется. Или можно, конечно, и отдельно взять, но очень красивый набор. Очень красивый. Так, ожерелье вон тоже металлическое, вот под золото. Красивое висит.